1 сентября 1998 года в Одинцово на улице Вокзальной открылась школа для детей с особенностями развития. Для семей, в которых воспитывались ребята, это был настоящий праздник. Дети, которые до этого дня находились на домашнем обучении, смогли почувствовать себя полноценными участниками образовательного процесса. Мы стараемся детей развить. Мы стараемся, пусть маленький, но результат. Наша школа особенности педагогического процесса – то, что мы не можем получить быстрого результата. И это, конечно же, каждый учитель хочет научить многому и как можно быстрее. Но возможности детей наших очень ограничены, да? И поэтому результат далекий. И когда ребенок через неделю, через месяц хотя бы просто посмотрел в глаза, и это уже большой результат, и результат большого труда учителей. А есть уже они у нас и танцуют, и участвуют в спортивных соревнованиях, и сдают итоговую аттестацию достойно, то это, конечно же, радует и нас, и родителей. Мы надеемся на то, что у нас дети будут всегда впереди. За эти годы ученическая семья выросла. Уроки проходят сразу в нескольких зданиях. Сегодня в школе занимается 155 ребят. Практически каждый по индивидуальной программе с учетом возможностей ребенка. Дорогие ребята, у вас прекрасная школа, у вас замечательные педагоги. Дорогие наши учителя, я выражаю огромную, глубокую признательность за ваш труд. Я хочу, чтобы каждый из вас, я уверен в этом, что это так, помнил своих выпускников, гордился своими выпускниками, и школа помнила и гордилась своими ребятами, достойными, умными и красивыми. Ученики школы «Надежда» активно участвуют в жизни города и района. Ребята танцуют, поют, читают стихи. Некоторые воспитанники устраивают даже собственные выставки картин. Образовательный процесс построен так, чтобы дети полноценно развивались и могли раскрыть свой творческий потенциал. Творческие возможности не ограничены и у детей с проблемами состояния здоровья. И поэтому мы стараемся, коллектив педагогический старается развивать все возможности творческого развития. И благодаря творчеству наших педагогов мы получаем вот результат и участие во всех мероприятиях. В школе «Надежда» всего 20 лет. Впереди новые успехи и достижения. Здесь умеют радоваться даже самой маленькой победе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».